Полчаса у доктора в обмен на хорошее самочувствие. Самарцы могут проверить общее состояние организма в центрах здоровья при городских поликлиниках. Профилактический осмотр проводится бесплатно по предварительной записи. Достаточно иметь при себе паспорт и полис ОМС. Обследования начинают с измерения роста и веса, затем анализ крови на уровень холестерина и сахара, электрокардиограмма, автоматическое определение пульса и комплексная оценка дыхательной и нервной системы, а также посещение офтальмолога. Плановый осмотр в центре здоровья длится всего 30 минут, однако этого достаточно, чтобы выявить у пациента факторы риска опасных заболеваний. Повышение уровня холестерина, повышение уровня глюкозы в крови, это гиподинамия, избыточная масса тела, это потребление алкоголя, никотина. Поэтому вот эти вот факторы выявляются, и нашими докторами делаются заключения и даются те или иные рекомендации. Центры здоровья появились в Самаре более 5 лет назад. За это время желающих проверить состояние своего организма заметно прибавилось. Посещаемость увеличивается, и я могу сказать, что некоторые центры здоровья ее увеличили практически в 10 раз по сравнению с тем, что было в 2009 году. Спрос, в общем-то, увеличивается с временем года, тоже зависит. То есть весна-осень. Обострение хронических заболеваний, человек будет трепетно относиться к своему здоровью именно в эти моменты. Снизить вес или сходить на прием к кардиологу, отказаться от вредных привычек или обратиться к правильному питанию. В конце обследования каждый пациент консультируется с врачом и получает свой индивидуальный план здорового образа жизни. После каждого обращения в центр здоровья пациенту выдается специальная карта, где расписываются и риски, которые существуют. Сейчас есть методы суммарного определения сердечно-сосудистого риска, то есть мы можем по нескольким показателям сказать человеку, какой прогноз у него, да, какой риск развития инфаркта миокарда, инсульта через 5-10 лет. И человек уже сам должен принимать решение. Ирина Ремезова, Максим Юрисов, специально для 63.ру.